Приветствую вас, и надо сказать, что свой текст вы написали очень сбивчиво. То есть вплоть до того, что я вначале подумал, что вы там двое мужчин, и что вы там, ну, у вас как бы такая вот семья, ничего против не имею, но было непонятно, понимаете? Вот. И в этом на самом деле такая проблема, потому что понять то, что вы описываете в вашем тексте, ну, на мой взгляд, не так легко, а проблема серьезная, и, конечно, хотелось бы вам помочь, вот, хотелось бы разобраться совсем более детально. Пока я вижу то, что мужчина, вот, скорее всего, получил от вас не то, чего ожидал. То есть он думал, что вы после того, как он провел с вами ночь, а он думал, что вы останетесь с ним, вот. А вы не остались, вы как бы, ну, уехали в аэропорт. И вот это мужчина, мне кажется, сломило, потому что, ну, вроде бы вы помирились, вроде бы все между вами было здорово, вот. Ну, в ночь перед отлетом. А теперь оказывается, что нет, и мужчина, видимо, думает, что вы его обманули, что все, вот, что вы делали, все это было обманом, и что вы в действительности просто хотели им воспользоваться. Ну, то есть, грубо говоря, человек ожидал от вас другого поведения, а вы ему предоставили не то поведение, которое он от вас ожидал. И из-за этого он обиделся, вероятно, еще и потому, что подозревал вас, скорее всего, давно уже в том, что вы его как-то, ну, или можете обманывать, или обманываете, вот, то есть, ведь, конечно, тоже не очень так, чтобы прям было понятно, но тем не менее, вот. А что действительно важно в этой истории всей? Так это то, как и почему вы согласились или соглашались на такого рода отношения. Вот это вот, на мой взгляд, действительно очень важно. То есть, смотрите, почему гражданский муж? И почему иностранец? Почему 7 лет вместе до сих пор вы не переехали к нему и не дали жить у него? Почему? С чем это связано? Вот. То есть, что это за такое отношение к себе, что ли? Что это за восприятие своего мужчины, вот. То есть я понимаю, да, я понимаю, что
Вы человек горячий, я понимаю, что вы человек южный и так далее, но это мало что меняет. Понимаете, если вы соглашаетесь на такого рода отношения, то значит за этим что-то стоит. И я очень хотел бы, чтобы вы для себя определили, почему за 7 лет вы так и не, ну, не доросли, не дошли до брака такого вот адекватного, да, до нормального брака. Почему только гражданский брак? Далее, следующая проблема. Это проблема того, что мужчина ваш изменял, да, очень много. Опять же, вы это принимали. Это вы ждали, что мужчина изменится. Чем обусловлено то, что вы ждали перемен мужчины? Не очень понятно. Почему вы ожидали, что он вообще станет по-другому себя вести? Вы его либо принимаете таким, как он есть, либо не принимаете. А вот то, что происходит у вас, это, знаете, какое-то такое взаимное непринятие. То есть каждый раз его измены воспринимаются вами как что-то, ну, как что-то, знаете, что-то непонятное, как что-то новое, как что-то удивительное. Хотя, если мужчина изменяет, и изменяет регулярно, то, там, скорее всего, это будет происходить снова и снова. Да просто потому, что человек такой. Вы либо принимаете это и не воспринимаете измены как что-то серьезное, либо не принимаете и идете дальше. Вот. Далее. А в каком контексте вы воспринимаете своего мужчину? То есть вообще, кто он для вас? Потому что если ваш мужчина это, ну, например, действительно мужчина, то совершенно непонятно, зачем вы делали, отдали ему деньги за ремонт, который он сделал вам, как вы говорите, за свой счет. То есть и вообще это означает, что вы не принимаете какой-то вот, ну, активности человека, да, какой-то помощи вам и так далее, когда он это сделал вроде как совершенно бескорыстно и ничего взамен от вас не требовал. То есть почему вы вернули ему деньги, тем самым обидев его? А если вы не принимаете подобные проявления мужчины по отношению к вам, значит, очень может быть, что вы и свои собственные чувства тоже не принимаете, и ваши скандалы, и ваше поведение, вот именно ваше поведение, оно как бы это очень здорово объясняет. Также очень здорово это объясняет и ваша эмоциональность. Потому что эмоциональность – это низкий интеллект именно связанный с эмоциями. То есть откуда эмоции, почему эмоции. Отсутствие отслеживания этих эмоций, вот этого у вас не происходит. И, соответственно, сперва вам необходимо самой навести гармонию в себе, да, и понять вообще, так, а чего вы хотите-то, какого мужчину вам хочется видеть рядом с собой, какой мужчина нужен вообще. И этот вот мужчина, от которого у вас дочь, он вообще тот. Я сама чего хочу от человека, от себя, да, и так далее.
Дальше, значит, ну, в 45 лет, даже не в 45, а в 38 люди редко меняются. Так, вот вы пишете, я при измене все узнавала, всегда был сильный скандал. Измены были периодически, но этот скандал был каждый раз. Какая может быть семья, если вы не обвенчались, тоже непонятно. Значит, вначале мы жили у него, но потом уже в моих квартирах. Почему, тоже непонятно. Иногда я находила чужие вещи. Теперь, наверное, повзрослев, мозги на место встали. Нет, у него мозги были всегда на место. И дальше жизни исчез секс совсем. После 3 месяцев решила, что лучше я буду одна, или отправлюсь на 3 месяца. Он гулял, я тоже. Почему вы такое большое внимание уделяете сексу? То есть, ну, исчез секс, возможно, там, требовалось притирка, мужчина же старался. Вы же сказали, что... Ну, вы говорите, в 2015 году все наладилось. Правда, вы не говорите о том, что именно наладилось. Что именно наладилось. Непонятно. Вот. И то, что исчез секс, это может быть следствие того, что мужчина ограничивал свою интимную жизнь, и ему требовалось какое-то время на перестройку. Но опять же, непонятно, говорили ли вы с ним об этом. Если говорили, то что решили. А если не говорили, то почему не говорили? Не понимаете ли вы, что, ну, такие вещи нужно обсуждать, что секс – это еще одна тема для разговоров, и они об этом нужно разговаривать. Вот. То есть мне непонятно, почему вы решили быть одна в этой ситуации. Почему не дали мужчине, да к тому же такой не очень большой срок, 3 месяца для, ну, взрослого человека, да, это не такое большое время, на самом деле. Кроме того, опять же, если мужчина не хотел, то что, опять же, непонятно, он не хотел чего. Может быть, он был готов удовлетворить вас, несмотря на то, что ему самому секса не хотелось. То есть, ну, тут вопросы. Дальше. Остались один на один, и я погляду, поняла, что завтра он придет к нам навсегда. Куда к нам? Непонятно. А сегодня пойдет все собрать и стереть всех. Как вы могли это по взгляду понять? Ну, тоже для меня загадка. То есть, не исключаю, что у вас есть интуиция, и что она работает хорошо. Но все равно странно. Так вышло, но я там не всегда. Всегда пролетаю, улетаю. А почему, если он пришел к вам, кстати, все-таки куда именно к вам, если вы прилетаете и улетаете? Вот. Ну, понимаете, то есть вот как бы он вроде к вам пришел. Да, вроде бы. Но предложение почему-то не сделал вам. Почему предложение не сделал? Непонятно. То есть, казалось бы, ну, ему вы дороги, да, если ему вы цены, вот, что, опять же, что мешало ему сделать вам предложение, понимаете? То есть, ну вот, загадка, если честно,
этого, вот, всего. Для меня, да, то есть тут больше вопросов, нежели чем ответов. Вот. И мне кажется, что, мне кажется, что обязательно нужно со всем этим как следует просто разобраться, потому что иначе есть очень большой риск того, что вы так и не сформируете свою четкую модель поведенческую, это раз. И во-вторых, вы не поймете, так чего же вам от мужчины-то вообще надо, по-моему. И от жизни чего надо. Потому что, согласитесь, странно. Человек к вам пришел, а вы уехали. Или продолжили уезжать и приезжать. Вот. И самое, что важно, это то, что за этим, за всем, что-то стоит. Какая-то позиция, какая-то точка зрения, что-то за этим стоит. А дальше идем, значит. Он там пытался что-то найти, нашел только приключений, но понятно. И снова я узнала все, как. Я эмоциональный человек, думала все, уничтожил его паспорт и то, и т.п. Простил, но припоминал. Я простил. Кто кого простил? За что он вас прощал? Почему вы простили? Жили замечательно. Как замечательно, если вы улетали и прилетали? Как вы любите дома комфорт для мужа, если у вас мужа нет? У вас есть только семья, у вас есть только гражданский брак, но это не семья. Он превратил мой дом в цветы, подарки и так далее. Ну, есть такое ощущение, что ваши отношения, это, вы знаете, такие постоянные взлеты и взлеты и падения, да. То есть нету какого-то такого, знаете, умиротворенности, такой взрослости, да. Вот. Нету у вас такого в отношениях. Ну, по крайней мере, так мне показалось. А если взрослости нет в отношениях, то ничего удивительного в том, что у вас происходит то, что происходит. Потому что, что это такое? Превратил мой дом в цветы и подарки. Цветы и подарки — это здорово, но постоянно цветов и подарков все равно не будет. Или вы ожидаете, что будет? Или вы ожидали, что будут постоянно цветы и подарки? Непонятно. Вот. То есть у меня такое ощущение, складывается, что у вас очень такие отношения, я бы сказал, незрелые, что ли. Так. Вот. И просто такие недостаточно зрелые, может быть, недоверительные отношения.
То есть недостаточно доверия между вами. Это понятно, почему? Потому что он изменяет. Но с другой стороны, вы же вроде бы как его принимали и прощали. Вот. Только опять же непонятно. Прощение, это вообще что значит для вас? То есть что такое прощение? Вот. Значит, так. Так. Я устала, я приехала в этом году продать все квартиры, так и вышло. Он не понял, за ремонт я ему отдала 11 500 долларов, зачем уехал на родину с деньгами. Последнюю неделю я нашла телефон в его кармане, естественно, женщины, причем украинки. Конечно, опять скандал, он клялся, что это по работе, позвонила ему, позвонила по этим телефонам, зачем позвонили. По крайней мере, одна сказала, что это он знакомый, но она могла и соврать, почему вы верите этой женщине. Он клянется, что не врал. По нему и голосу видно, что правду говорит, откуда вы знаете. Я поверила тогда, но последний день на фоне этого всего он сказал моей маме, последний день, последнюю неделю. Непонятно. Аналогия вообще непонятна, если честно. Как вот вы пишете, что в последний день, значит, на фоне всего этого он позвонил, значит, моей маме, зачем он вообще, как он вообще мог вашей маме что-то сказать, что я больше не прилетел, не прилетела, чтобы я больше не прилетал, что не хочет меня видеть, и ему нужно время. Но ведь он не клялся вам, и вроде бы все было хорошо. Сидел, говорил, мне же через час сидел, говорил, что в лодке мама сказала не то, что хочет. И проговорили всю ночь до отлета. А почему вы улетели-то вообще, я не понимаю. Конечно, в этот раз все сложнее, мы теперь. Так, вы проговорили до отлета. Он уснул в ваших объятиях. Я думал, все хорошо, все простила, все забыла. Что именно простили, что именно забыли? Понимаете ли вы, что проблема не решится от того, что вы простили и забыли? Мне теперь незачем снова возвращаться, это я ему сказал. Когда? Непонятно. Утром в аэропорту холодно, правильно? Вы не должны были улетать. Зачем вы улетали? Непонятно. Как мы вообще, где вы планировали жить? И где вы это время проводили, где он обнял вас. Ну, понимаете, ваши мотивы непонятны, мотивы мужчины непонятны. Потом позвонил моему папе и сказал, никогда я этого не прощу. Ну, то, что вы улетели, видимо. Я даже не понимаю, о чем он. Ну, вот того, что вы проговорили, а он у вас уснул, а вы улетели. Я полагаю, что только в этом дело. Других как бы причин, на мой взгляд, нет и быть в принципе не может. Не может быть, на мой взгляд, опять же, все очевидно. Вот. Почему вы не поняли только? Может быть, не хотели понять, может быть, не хотели понимать. Ну, такое бывает иногда. Вот. Такое бывает иногда, что человек целенаправленно не хочет какие-то вещи понимать, потому что они, ну, для него тяжелы слишком. Вот. Я, конечно, не знаю, но очень на это похож, потому что это довольно очевидно то, что
то, на что он, точнее, обиделся, вот так вот, скажем, вот. Дальше, вы пишете следующее. Значит, мне он ничего не говорит, я пыталась, он пишет, не хочу общаться. Ну, а что именно вы пытались? Простите, я не очень понял. Что именно-то вы пытались что? Пытались как? Пытались почему, если он сказал, что не простит вас? Если пытались, значит, он вам дорог. Если он вам дорог, то зачем вы улетали тогда от него? Понимаете? Понимаете, какой момент, да? Я надеюсь. То есть, вот что вы, собственно говоря, делаете в, ну вот, что вы делаете в своем поведении? Ваше поведение, оно какую цель, так грубо говоря, преследует? Если он вам дорог, как вы говорите, он вам дорог, очень странно и нелогично выглядит то, что вы вообще уехали от него. Потому что мужчина это воспринял, ну, скорее всего, как предательство. Вот. И здесь, если честно, ну, это выглядит со стороны, это выглядит, к сожалению, так, действительно, что это предательство. Вот. Но я уверен, с другой стороны, что вы это сделали с какой-то определенной целью. Вот. Но насколько вы известили его об этой цели, для меня, опять же, вопрос остается. Вопрос. Насколько вы рассказали мужчине о том, чего вы хотите и чего ему ожидать от вас. Вот. Что вы пытались, тоже непонятно. Дальше он пишет, не хочу общаться. Понимаете, он пишет, что не хочет общаться. То есть он не игнорит вас, он пишет вам, что не хочет общаться. Значит, общаться-то в действительности хочет, просто ему нужно от вас что-то, ему нужно какое-то, ну, какие-то слова, какая-то активность, какие-то конкретные, не знаю, доверения, может быть, обещания и так далее. Но вообще, при характере ваших отношений, мне кажется, что имеет смысл вам просто приехать к нему и все, и как бы уже не уезжать, потому что то, что происходит, с вашей стороны неопределенность очень сильная, и с его стороны неопределенность очень сильная. Вот. Дальше. Ты сама так все сделал. Он считает, что я его использовал, чтобы продать квартиру и уехать, а до этого как бесплатный отдых. Или что-то в этом роде, не знаю. Ну да, может быть так, а вы убедили его в обратном, что это не так? Не понимаю. А что именно не понимаете? Он мне не звонит, а должен. Звонит маме, чтобы пообщаться с дочкой, нет. Но если он считает вас предательницей, то, естественно, он звонит маме. Сам разбитый, как и я. Откуда вы знаете? По словам мамы, почему разбиты вы и почему он разбит? Почему, если вы разбиты, вы улетели? Мне плохо, как душу вынул он. Я понимаю, но вы же рано улетали. Вы как-то готовились к тому, что вы улетите и ничего не будет?
Я всем наговорил, что именно он обманул и пользовался. Только мной все эти 7 лет брал, что любит. То есть вместо того, чтобы нормализовать отношения, вы ему все наговорили. Скажите, а чего вы ждете? Вот, ну, не знаю, от него, чего вы ждете от себя? Чего вы, в конце концов, хотели бы для ребенка своего, который вот у вас есть? Потому что ваши желания, они вообще по-прежнему остаются во мраке. То есть чего хотите вы и что хочет мужчина? Что хочет мужчина, даже не так важно, как то, чего хотите вы. А чего хотите вы, вообще непонятно. Потому что вы только говорите о том, что уже свершилось, и ничего не говорите о своих чувствах вообще. Вот. Вот вы говорите, что он брал, что любит, а вы? Вы его любите, а если любите, почему тогда уезжали от него? Из-за чего вы уезжали от него, понимаете? То есть вот как-то вот эта вся ситуация, она, ну, странная она, понимаете? Запутанная очень. Неоднозначно, на мой взгляд. И, собственно, вопросов. По-прежнему очень много вопросов. Именно к вам. Понимаете? Вот. Но опять же, как это видится мне, да? Дальше. Да, и он ответил, что не врал, и все. Его мама мне звонит. Зачем? Я ей. Зачем? Фотки посылаю. Для чего? С ним не общаться. Мама сказала, что он ей. Чья мама сказала? Что он ей 3 дня не отвечал. Я не знаю, что делать. А что хотите? Пока просто жду и разрешила ему общаться с дочкой через маму. Могли не разрешить, но почему он даже ругаться со мной не хочет? А зачем? Вы можете предположить, что человеку просто-напросто надоело ругаться с вами. Вы можете предположить вот такой расклад, что человеку просто надоело с вами ругаться вообще. Вот. То есть просто устал человек. Вот. Или вы считаете, что он, ну, я не знаю, не может так. Вы считаете, что он не может устать, вы считаете, что он не может не хотеть с вами ругаться. Вы так думаете, что он не может не хотеть с вами ругаться? А почему вы так думаете? Вот. Опять же, зачем ругаться? Да. Ну, вообще, для чего ругаться? Как бы, какой смысл в этом? Какой смысл в ругании? Вот. Если есть смысл для вас, ну, хорошо, но совершенно не обязательно, что этот смысл есть и для него. Здесь опять же не я.
Не запятнанный я в очкам. Для чего вы хотите ругаться-то с ним? Какая цель этого? Понимаете? Вот. И насколько вы вообще ориентированы на него, а не на себя? Понимаете? Вот. На мой взгляд, вот на такого рода вопросы вам обязательно нужно ответить, потому что это очень важный момент, и напрямую этот момент связан с тем, что вы будете делать дальше. Что вы хотите делать дальше, что вы планируете делать дальше и так далее. А мужчина, он просто на вас очень сильно обижен, потому что считает, что вы его предали. Вот. А на этом все. Надеюсь, что помог вам. А если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. А я бы рекомендовал вам, как минимум, несколько консультаций с психологом для того, чтобы все максимально подробно разобрать. Вот. Это первое. И второе, если есть возможность, то поработать с ним. Ну, то есть вместе с вами обоими. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.